От Днепра на Соборную гору московские археологи обнаружили средневековую каменную мостовую наподобие европейской. Похожих находок в Смоленске никогда не было, и такие мостовые редкости в стране. Ученые предполагают, что находка может стать сенсацией. Моя коллега Анастасия Артеменко прогулялась по уникальной дороге, ведущей в средневековое прошлое нашего Смоленска. Такой мостовой в Смоленске еще никто не видел. В одном раскопе сразу 4 дорожных полотна разных эпох. В русских городах было принято делать дороги из деревянных плах или бревен, такие видны в раскопе. Но самый большой интерес археологов вызвала каменная мостовая, подобной в городе еще никогда не находили. Тут есть действительно мелкие камни. Вот есть эти кирпичи, это скорее всего кусочки плинф от каких-то разрушенных смоленских церквей. Есть вот эти кости. Это просто кухонные объедки. Археологи из Академии наук открыли дорогу, которой смоляне когда-то поднимались на Соборный холм. Прямо на наших глазах научная экспедиция пытается выяснить, что находится под мостовой. Ручной бур проникает в землю под одним из камней. Там нетронутый слой глины. Значит, дорога была проложена на этом месте впервые. Первоначально раскопки были запланированы для обследования фундамента гостиных палат. Здание было построено в 18 веке и теперь будет реставрировано. Однако исследования привели ученых совершенно в другую эпоху. Определить возраст мостовой удалось благодаря найденным на ней артефактам. Это ключи, замок и фрагменты чернолощенной керамики. По их особенностям археологи установили, мостовая была сделана в 15 веке. В то время Смоленск был в составе Великого княжества Литовского. А это фрагменты хлыста, также обнаруженные на средневековой мостовой. Уникальная для Смоленска находка. Вероятно, хлыст порвался по дороге, и всадник тут же его и бросил. Сделан из растительного сырья. Сложное плетение. У нас он найден первый раз. А у этого всадника, изображенного на муравленных изразцах, хлыст еще в руках. Из осколков можно составить почти целое изображение. Но эти фрагменты свидетельствуют уже о запустении мостовой. Вероятно, в 17 веке дорога вышла из употребления и стала местом сброса мусора, куда изразцы были выкинуты. Даже по самым приблизительным оценкам мостовая очень редкая. Европейский способ вот уличного такого благоустройства городского и... Это литовский Смоленск. Единственная аналогия – это мощение Красной площади в Москве, которое было сделано итальянцами. Ученые уверены, что мостовая должна быть поставлена на охрану, как памятник архитектуры. Ведь находок эпохи литовского Смоленска очень мало. В ближайшее время археологи попытаются отыскать продолжение дороги. Анастасия Артеменко, Максим Григорцевич, «Вести Смоленск».